Приветствую вас. Я думаю, что тут необходимо выделить два момента. Первый момент заключается в том, что вас может тянуть к женскому образу как к чему-то женственному, чувственному, мягкому. Или вы чувствуете себя женщиной и, ну, может быть, хотите быть женщиной, может быть, что-то еще, вот такое, да, то есть, как бы, момент здесь, он вот, в принципе, такого плана, момент, вот, и очень важно понять, что вы имеете в виду, конкретно, да, то есть, что вы имеете в виду, то есть, что вам хочется конкретно. Вот, это очень важный момент на самом деле, вот, и, в общем-то, это нужно исследовать. Это нужно исследовать, вот именно ваше желание, именно ваши потребности. То есть, что вам хочется. А если вам не хватает женственности, например, это одно. Если вам не хватает женственности, это одно. Если вам не хватает чувственности, не хватает мягкости, это один момент, если так. А если же вы просто хотите быть женщиной, то, возможно, вам имеет смысл обратиться к сексологу, чтобы вам помогли определиться, чтобы вы смогли понять, кто вы. В таком случае все соответствующие действия тоже имеют смысл. Вот. Ваши мысли, которые вас посещают, они тоже нуждаются в определении, потому что это за мысли, во-первых, какого это плана мысли, вот, насколько эти мысли навязчивые, то есть, если это навязчивые мысли, то, соответственно, тут нужно исследовать, с чем это связано. Вот, ну, подобно навязчивым, и, соответственно, работать именно с ними, с навязчивыми мыслями. Если у вас просто такие мысли посещают, то, соответственно, желательно поисследовать их и понять, куда они вас приведут. В этом ничего страшного нет. А так вам будет лучше понять себя, так вам будет лучше увидеть себя, так вам будет виднее, что вы конкретно хотите. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос, на этом все. Обращайтесь, если захотите поисследовать природу своего состояния, природу своих затруднений, буду рад вам помочь. Если у вас остались вопросы, также пишите в личку, буду рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.